Как выглядит память монументом, камнем погибшим в Афганистане, точно так же, как и в Афгане, или каждым облитым камнем, точно так же, как на Мамай-Кургане, но без названий и без изваяний, американцам, афганцам и русским, точно так же, как и под Курском или в Хатыни. Хотя неизвестно, кому и поныне, то ли арабам в песках Палестины, то ли евреям в Иерусалиме. Как выглядит память монументом, камнем от верных рабов господину Хеопсу, камнем над гробьем, так рано усопшим мусульманам в небе Нью-Йорка, два небоскреба обломка, природе от Рериха камни в раме, костелом, мечетью, храмом, богам, а может, целым народом, а может, Рериху от природы. Планета и Земля самым-самым камнем, то есть погибшим в войне даукитянам. Как выглядит память? Как выглядит память? Бабушка за пирогами, лес, я с дедом иду за грибами, мама делает вид, что не устала. Как выглядит память?